Дочь Кадырова рассказала о тайном замужестве. Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова дала интервью глянцевому журналу «Татлер». 18-летняя Айшат рассказала о своем муже и своих взаимоотношениях с отцом. Как отмечает издание, дочь Кадырова старается не распространяться в прессе о своем замужестве. Айшат рассказала, что познакомилась с будущим мужем за 2 недели до свадьбы. По словам девушки, ее спутником по жизни стал 19-летний сын погибшего друга Кадырова. «Вообще он отличный парень», – добавила Айшат, говоря о своем супруге. По словам девушки, в Чечне женщины привыкли во всем советоваться с мужем. При этом никто им не мешает получить образование. Среди наших женщин есть поэты, государственные деятели, врачи, журналисты. Главное, чтобы все они были в религии. Если женщина соблюдает правила священной книги, то станет и идеальной женой, и идеальной мамой. Поэтому и разводов у нас меньше, высказалась Айшат. Не оставила без внимания дочь Кадырова и вопрос об отношениях в семье. По словам Айшат, глава Чечни в семье очень отзывчивый и с радостью принимает советы дочерей, несмотря на внешнюю строгость. Кроме того, Айшат рассказала и о создании своей коллекции модной одежды дома Fireworks, показ которой прошел недавно в Чечне. По словам девушки, она долго работала над созданием нарядов, изучая особенности мусульманских костюмов в архивах библиотеки и по старым фотографиям мамы и бабушки. Дочь Кадырова подчеркнула, что мусульманская мода – это в первую очередь традиции, изящество и скромность. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и актуальных новостей.